Здравствуйте. Новый видеорепортаж от меня. Вот горка. Радость для детей, неожиданно подаренная коммунальными службами. Они наслаждаются. Ребята считают, наверное, очень хорошо. Но совсем так не думают об этом родители и автомобилисты. Потому что, собственно говоря, сама горка находится на проезжей части. На границе главной дороги. Вот посмотрите. Тут главная дорога проходит. Тут проходит прилежащая дорога. Практически, если так посмотреть, то вот это место вот этой горки не есть здесь. Вот. Это место как раз располагается в районе Ангары. В районе Ангары. Здесь же проходит дорога школьников в спальный район Ангары из третьей школы. И ученики начальных классов об этом даже не подозревают. Какая опасность грозит вот эта горка. Я позвонила вчера в администрацию по поводу того, что эта горка здесь не должна быть ни по каким правилам. Чиновник с администрации городской взяла... Я попросила ее представиться, на что она отказалась. Попросила она меня представиться. Я сказала, что я жительница города Звенигово. Вот, жительница города Звенигово. Хочу пожаловаться на то, что здесь несанкционированно образовали гору из снега. В каком районе, я ей объяснила. Она мне тут же заявила, что... Чем же помешала вам эта горка? Я ей вдобавок заявила, что я являюсь матерью многодетной, у меня дети. На что она мне ответила: следите тогда за своими детьми. Я в ответ сказал, что я своего ребенка забрала. Своего ребенка забрала. А семеро человек осталось. В общем, ответной информации я от нее ничего не услышала подробно. В конце концов, все-таки она мне затем в конце представилась, что это Медведева Мария Михайловна. На этом мы и разошлись. Вот у меня такой вопрос. Почему у нас надо именно дождаться тогда, когда произойдет какая-нибудь травма с ребенком здесь, вот они тут в горку играют, царь горы, и этот ребенок попадет под машину, то есть либо инвалидность, либо смерть, либо какой-нибудь водитель за просто так, по чьей-то глупой ошибке, сядет в тюрьму. И когда на это будут реагировать администрация и нормально коммунальные службы?